такая идея, как национальная опера, либо жанр мюзикла, но на белорусском языке. Это будущее наши идеи, перспектива, о которой мы сегодня уже зарождаются такие замыслы. И очень хотим надеяться, что они воплотятся в жизнь. Конечно, хотелось бы, чтобы белорусская традиционная культура наша также проникала и к нашим ближайшим соседям. И у нас есть подобный опыт в фольклорных постановках. Наши фольклорные постановки, хореографические, национальные спектакли мы ставим и в Литве, и в Польше, и в России. И у нас это уже отработанные такие проекты. Есть постоянно действующие, есть эпизодические. Возможно, в жанре мюзикла, где-то в эстрадно-вокальном жанре, в будущем мы тоже будем планировать такой взаимный обмен. Ну, я уверена, что все у нас еще впереди. Может быть, на примере таких перспективных, успешных проектов это все-таки вдохновит и наших, и молодых, и начинающих, и уже зрелых авторов создать что-то яркое, действительно нужное белорусскому зрителю, то, что будет востребовано сегодня. Ha ha ha!